это не только хорошее современное оборудование, профессиональные врачи и медсестры, но и пациенты. Мы очень дорожим нашей репутацией, нашими пациентами и всегда стараемся им помочь в решении их проблем. Часто, чтобы оказать эту помощь, нужно выйти за чисто медицинские рамки и проявить человечность и участие. Мы любим свою работу и гордимся тем, что делаем вас здоровыми и красивыми. Мы делаем все возможное, чтобы завоевать ваше доверие. Обратившись один раз, большинство пациентов приходит снова и снова и, главное, рекомендует нас своим близким и друзьям. Большинство наших пациентов выбирают клинику Назимовой уже много лет. За это время мы перестали быть просто пациентами и врачами, а стали настоящими друзьями. Среди друзей клиники много интересных людей с интересными жизненными историями, о которых хочется рассказать отдельно. Этим роликом мы начинаем цикл о наших пациентах, наших друзьях. Оксана Скоропад – талантливая театральная киноактриса. Оксана училась в Московской государственной академии хореографии, а в 2008 году окончила театральный институт имени Щукина. Художественным руководителем ее курса был Михаил Петрович Симаков. Театральные работы Оксаны в Московском государственном театре киноактера – это «Ах, эти женщины», «Королевство кривых зеркал», «Мещанин во дворянстве», «Оркестр», «Принцесса Турандот», «Карьера Артура Уи». Оксана – разноплановая актриса, и поэтому ее можно увидеть как в драматических, так и приключенческих фильмах, а также в телесериалах и кинокомедиях. Один из последних фильмов с ее участием – это историческая драма о Великой Отечественной войне «Пес рыжий», которая выйдет на широкие экраны осенью 2017 года. Это фильм о подвиге животных во время Великой Отечественной войны. События фильма происходят в начале войны под Москвой. Тогда было решено использовать противотанковых собак, которые смогли устранить сотни боевых машин неприятеля. Подвиг людей и животных не оставит никого равнодушными, поэтому не пропустите просмотр. Оксана Скоропад – одна из самых давних моих пациенток. Мы знакомы с ней уже больше 10 лет. И в этой клинике она наблюдается уже также около 3 лет с самого начала работы этой клиники, с самого ее открытия. Евгению Михайловну я знаю уже давно. Я ее пациентка и очень довольна. За все время, пока я у вас наблюдаюсь, не было случая, чтобы я осталась чем-то недовольна или что-то мне не понравилось. Всегда очень внимательный, профессиональный, правильный, результативный подход в лечении. Никогда не навязывалось ненужных, лишних процедур. Евгения Николаевна, вы очень такой чуткий врач, человек. После ваших консультаций выходишь в каком-то таком окрыленном состоянии и позитивном настрое, что все обязательно будет хорошо. Спасибо. Это очень приятно, да. Хочу также сказать, что всем своим друзьям я советую обращаться в клинику доктора Назимовой, потому что я сама тут наблюдаюсь. И даже не тогда, когда какая-то болезнь или что-то случается, а просто в целях профилактического осмотра, потому что тут очень квалифицированные, профессиональные, внимательные врачи, новейшее современное оборудование. И вообще атмосфера клиники очень такая добрая, домашняя, душевная. Очень все внимательные, весь персонал. Я очень довольна. Ну, мы очень рады, что у вас возникают такие эмоции от посещения нашей клиники. Обычно все-таки медицинское учреждение, да, другие эмоции рождает. Да. Но очень здорово, что вы приходите, даже если приходите с какими-то там небольшими проблемами, то уходите все-таки, да, с ощущением такого некого счастья. Мы очень рады, и мы очень будем рады видеть вас впредь в нашей клинике. Будем надеяться, что у вас всегда все будет хорошо. Спасибо. Благодаря таким врачам, конечно, все будет хорошо.